Вы на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня хочу поделиться рецептом приготовления йогурта. Делать я его буду вот в такой сушилке, мастерица, со встроенной функцией йогуртницы. Кроме йогурта, еще покажу, какие овощи и фрукты сушу в ней. Вообще здесь можно приготовить много чего вкусного. Например, пастилу, безе, цукаты, вяленое мясо. Рецептов очень много. Здесь 8 съемных дисков, общая вместительность 30 литров. На каждый диск можно поместить до 1 кг продуктов. Во время работы не шумит. Ссылку, где я ее покупала, оставлю под видео. Начну с приготовления йогурта. Есть много разных вариантов, но я использую самый простой. Беру 1 литр молока, добавляю 100 граммов готового йогурта без добавок. У меня свой, специально оставляю закваску. Можно купить сухой в магазине и любой густой йогурт без добавок. А потом просто оставляйте йогурт для приготовления нового. Все хорошо перемешиваю до полного растворения йогурта. Подготовленную смесь буду разливать по баночкам. У меня специально для йогурта, но можно воспользоваться вот такими. Йогурт совмещает 9 баночек. Закрываю их крышками и еще 2 баночки йогурта сделаю из топленого молока. Делается все так же, как и из обычного. Единственное, для вкуса добавляю карамельный сироп. Банки закрываю. Снимаю верх, с помощью съемных дисков делаю нужную мне высоту. Вот так отсоединяю сетку. Ставлю диски друг на друга с помощью регуляторов высоты. Если поставить вот так, то высота будет ниже, так выше. Ставлю баночки, добавляю еще 3 съемных диска. Накрываю крышкой, выставляю температуру 40 градусов и оставляю на 10 часов. Прошло 10 часов. Вот такой йогурт получился. Густой, с плотной консистенцией, с легкой кислинкой. А это йогурт с топленого молока. У него сладковат, карамельный вкус. Йогурт закрываю и убираю в холодильник на 3 часа. Очень удобно всегда в холодильнике иметь свой йогурт. А главное, я знаю, из чего он приготовлен. Пока готовился йогурт, подготовила для сушки лук, свеклу, взяла сырую и вареную. Хочу посмотреть, будет ли разница. Морковь. Из фруктов решила высушить киви, хурму, мандарины и апельсины. Ставлю на 60 градусов и оставляю сушиться примерно на 10-12 часов. Овощи и фрукты высохли. Вот так высох лук. На его сушку ушло 11 часов. А вот так свекла. Неотваренная свекла мне понравилась больше. Чеснок, морковь. Все это можно перемолоть и добавлять в супы, соусы или вторые блюда в качестве приправы. Свеклу можно перемолоть, а можно и так оставить. Киви. Вот такие они получились. Мне понравилось. Мандарины можно добавлять в чай, йогурт, выпечку. А можно есть вместо конфет. С апельсинами поступаю так же. Хурма получилась очень вкусная. Напоминает пастилу и по вкусу, и по консистенции. Фрукты и овощи храню в стеклянных баночках. Вот такими простыми рецептами я с вами поделилась. Если вам понравилось видео, поделитесь им в соцсетях. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.